проводил совещание заместитель главы Александр Новиков. От имени главы муниципального образования города Сенокольска Андрея Николаевича Шубина я хочу сегодня поздравить всех женщин нашего города с наступающим прекрасным праздником, Международным женским днем, и пожелать здоровья, благополучия, красоты, счастья и всегда чувствовать нашу мужскую поддержку, наше крепкое мужское плечо. 12 февраля состоялись электронные торги на выполнение капитального ремонта в 19-м доме 2-го микрорайона. Замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт в многоквартирном доме номер 19 2-го микрорайона. Подрядчик ООО «Высота». Начало выполнения работ с 19.03.18. Срок выполнения работ не позднее 125 дней с даты начала выполнения работ. Инженерные сети города работают в штатном режиме. Учреждения культуры готовятся к праздничным мероприятиям. 7 и 8 марта в нашем городе стартует фотоконкурс. Хэштег «Десногорск, ты прекрасна». Первая площадка работает 7 марта в Центре культуры с 15 до 18. Вторая площадка 8 марта с 12 до 16 в Центре города, с 18 до 20.00 в Нитрино. Также 11 марта мы приглашаем всех жителей и гостей нашего города на межрегиональный отборочный чемпионат по рубке шашкой «Казарла» в 10.45 в Центр нашего города. Проект «Школа Росатома» продолжает работать. Команда воспитанников Дома детского творчества заняла у нас 3-е место в конкурсе по следам Жюль Верна в рамках проекта «Школа Росатома». И от всей души хочется поздравить их с этой значимой достаточно победой. И вчера у нас прошел муниципальный этап метапредметной олимпиады, также в рамках проекта «Школа Росатома». И приняли участие 8 команд. Команда «Школа номер 1» стала победителем и примет участие в очном этапе в городе Зеленогорск. Начался второй этап голосования по проекту «Комфортная городская среда». Голосование открыто. Второй этап голосования открыт с 28 февраля по 17 марта. Напомним, в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда» в 2018 году в Десногорске будет благоустроена общественная территория. Выбрать, какая именно, должны сами жители города. Выбор осуществляется по направлению. Территория городского пляжа, парковая зона между 1-м и 2-м микрорайоном, пешеходная зона 3-го микрорайона и парковая зона 4-го микрорайона. Сделать свой выбор можно на сайте администрации, на главной странице и в разделе «Комфортная городская среда». Также напоминаем, что финальное голосование пройдет 18 марта. Места для рейтингового голосования определены. Информация размещена на сайте администрации. Всех приглашаем. Инфекционные заболевания регистрировались в Десногорске в обычном режиме.